Давай попробуем. Где и когда? Мой поезд приходит в 2:20. В Мадрид? Да, в Мадрид. По крайней мере, хоть кто-то будет рад тебя видеть. Она в машине. Она спит. Она думает, ты умеешь ходить по воде. И чтобы я не говорила, этого не изменить. Только не жди того, чего ты ждешь, когда мы встретимся. Я тебя понял. Я возьму себе номер в отеле. Но я хочу провести время с Беллой. А мы с тобой можем поговорить. Просто поговорить. Мы с тобой говорили уже 1000 раз. Хватит. Не надо, не сейчас. Кое-что случилось. И все поменялось. Том, что поменялось? То, кто ты такой, то, что ты делаешь, то, что должен делать, ничего и никогда не изменится. Все поменялось. Ты все время уходишь от ответа. Послушай, просто скажи, как есть. Завтра. При встрече. Кто тебе сказал? Да ладно тебе. Ты увольняешься со службы, а я узнаю это от кого-то еще. Тут дело в политике, сам понимаешь. 22 года старания, потом нас гонят за то, что мы поступили правильно. Значит, все решено. Ты вышел из игры? Не вышел. Меня вывели. Но у меня есть варианты. Как дела у Притчера? Не очень. Собрался, спокойно вышел в отставку и поехал в Мадрид. Говорит, хочет наладить семейную жизнь. Ну, удачи ему. Значит, в Мадрид? Лена и Белла не дома? Нет, они у ее родителей. Сверху видно?